как у пенсионеров появляются смартфоны? Как правило, это подарок от взрослых детей. Но если молодые люди могут самостоятельно разобраться в сенсорных тонкостях, то бабушкам и дедушкам нужна помощь, а у детей не хватает терпения. Сейчас, подождите, круто. То, что не хотят, а у меня не хочет. А зачем тебе это надо говорить? Я узнала, что такое Wi-Fi, что такое Bluetooth, как зайти, как выйти. Как приложения установить какие-то, где что скачать, где какой кэш очистить. Мы имеем такой телефон, а все, не все функции не знаешь. И, в общем-то, Карина очень так доступна, очень понятна, все очень хорошо так объясняла нам. Я поражаюсь ее терпению, каждому из нас подходила, внимание каждому уделяла. Вот, поэтому, конечно, я много полезного отсюда взяла. Если еще будут курсы, я с удовольствием приду. Придумать пароль, зарегистрироваться, скачать, прослушать, удалить. Мусавера Валиевна – активный пользователь интернета, но на стационарном компьютере. В группе учеников Мусамира Кучерова – самая старшая, отметила 80-летний юбилей и самая продвинутая. От детей подарков ждать не стала. Смартфон пенсионерка приобрела самостоятельно. Я получила на 70-летие победы, получила деньги, и я купила себе смартфон. Программа «Аташки, Апашки и смартфон» направлена на повышение мобильной грамотности. В нее входят также открытые тренинги и акции, цель которых – рассказать о преимуществах смартфонов и научить пользователей мобильных телефонов применять различные приложения, полезные для образования, здоровья, раскрытия личного потенциала и творчества, и общения, как считают сами слушатели курсов. У пенсионеров не так много возможностей для общения, просто вне лавочки. А здесь интересно. Интересно, полезно. На 5 занятиях шимкентские курсанты решили не останавливаться. Просили передать организаторам, что хотелось бы знать еще больше. Нет, конечно, мы пришли, конечно, ничего не знали. Но сейчас уже кое-что знаем. Конечно, еще не все. Хотелось бы больше, но еще бы занятий бы надо было бы. Да, еще побольше. По окончании курсов фото на память. Фотографируются с удовольствием и сразу закрепляют полученные навыки. Меняют аватарки в социальных сетях. Говорят, учеба изменила мир, сделала его больше и ярче. А детей, которые в большинстве своем живут за тысячи километров, приблизила на расстояние одного клика. Это называется «Они дошли до финала».